Региональный фестиваль «Робосити» прошел в Одинцово уже в третий раз. В этом году работали 8 площадок. Среди них детский хакатон, выставка достижений робототехники, тематические круглые столы и мастер-классы по созданию роботов и пилотированию квадрокоптеров. Все желающие могли покататься на гироскутере. Фестиваль робототехники и технологий. В рамках фестиваля состоится выставка, лекторий и 8 категорий соревнований. 7 из них соревнования роботов, 2 из них это проектные соревнования, то есть это детский школьный проект и конференция проектов. На главной площадке фестиваля робосоревнования. Они прошли в 6 категориях – сумо, кегелеринг, лабиринт, движение по линии, полоса препятствий. В общей сложности в состязаниях приняли участие свыше 100 команд со всей Московской области. Самый маленький у нас участвует в проектной категории. Их задача – построить робота любого и защитить его перед жюри. То есть они должны уметь разговаривать, должны уметь программировать, должны уметь презентовать свой проект. Один из участников, Серафим Зиновьев, рассказывает, самое сложное в подготовке проекта – заставить каждый из 4 электродвигателей робота работать в нужное время. Когда корабль плывет, он его видит, видит корабль и мост поднимается. Потом, когда корабль проплывет, мост опять опускается и машина проезжает. Одной из изюминок фестиваля стал детский хакатон. В течение 3 часов юные программисты на языке Scratch создавали компьютерные игры и презентовали их экспертам. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».